Фрагмент из ежедневного урока. Лектор Михаил Лайтман. Когда мы исследуем материю, то мы выполняем действия, выстреливаем электроны, смотрим на реакции. Относительно Творца мы обычно говорим наоборот, мы пытаемся понять его действия на себе. Мой вопрос, можно ли перевернуть это и сказать, что и Творца тоже мы можем как бы исследовать, стрелять в него? Да-да. Да, воздействует на него, и вы видите реакцию, и снова воздействуете, и видите реакцию. Совершенно то же самое. С желанием получать, с желанием отдавать, я все время работаю в изучении реакции. Из этого у меня есть вся наука, из этого я строю себя. И мы не осознаем, насколько эти вещи просты, и нет тут никакой разницы между тем, как мы ведем себя в нашем мире и в духовном. Только материя отличается между мирами.